Герой следующего сюжета уверен, ему повезло родиться в Островце. И по сути, только начинать жить. На малой родине Никита Савицкий нашел любимое дело друзей и счастья. А как все начиналось, расскажет специальная рубрика «Моя Островечина». Находимся на улице Парковая в городе Островец. Буквально лет 6-7 назад ее здесь со всеми не было. Здесь были кусты, лес, два старых жилых дома, погреба какие-то старые, как помнится из детства. Вот этого озера также здесь не было. Был маленький ручеек. Все здесь было в камышах. Здесь, на том месте, где мы сейчас стоим, был сконструирован искусственный переход через этот ручеек. Люди просто набросали камней и переходили на ту сторону. Это раньше была окраина Островца, на которой я и жил. Сейчас это уже не край города, город расстраивается. Я живу здесь через два дома от этой улицы. Раньше мой дом был крайним. Помню, будучи маленьким, приходя со школы, когда начинали строиться эти дома, нам говорили все, вот здесь будут стоять девятиэтажные дома. Для нас это было что-то для Островца нового, казалось. И потом, когда приезжали машины, начинали раскапывать котлованы, строить эти дома, мы дети маленькие, нам интересно, мы ходили, смотрели. Даже иногда пробирались на территорию по песку, там прыгали, бегали, веселились, пока стройки особо не начинались. Было весело. Раньше, выходя на балкон дома и смотря вдаль, видел только лишь лес и маленький ручей, о котором я уже говорил. А сейчас, выходя на балкон, видишь многоэтажное здание, даже не верится, что когда-то такое сможет у нас быть в Островце. Казалось, маленький, неприметный, хороший городок. Но вот сейчас уже все в корне изменилось. Город расстраивается, увеличивается. Живу я недалеко от стадиона. Находится он за мной сейчас. Как мы видим, идет стройка. Строится новый физкультурно-оздоровительный центр. Когда был маленький, стадион вообще у нас как таковой, по сути, была только одна дорожка из песка, по которой можно было бегать. Стояли двое ворот, все. В свое время, когда мы сюда приходили, уже видели, что начинает расчищать местность, мы не могли даже подумать, что здесь будет такое маленькое, в своем роде озеро. Кажется, когда-то здесь все было в камышах, все думали, что здесь болото, и тек маленький ручей, сейчас уже озеро, дамба. Но я доволен, что сейчас все именно так, то, что взять раньше, как было и сейчас, это, конечно же, две разные вещи и совсем несравнимые между собой. Приятно. Сейчас мы находимся по улице Октябрьской. Вот здесь прошло, так сказать, все мое детство. Вот эти 3-4 дома, которые особо запомнились для меня, потому что здесь жили мои друзья хорошие, первые, лучшие. Здесь находится больница городская, Островецкая, военкомат, аптека. За этим домом, вот это дом моей бабушки, здесь я провел все свое детство, сколько себя помню. За этим домом на данный момент проходит улица Аэродромная, и стоит много-много этажек, дома, магазины, торговые центры. Но в моем детстве там было сплошное поле, и как рассказывала мама, то, что в свое время там еще садились и взлетали самолеты.
Там собирали тюки сена, соломы в кучу. Мы, будучи детьми, бегали туда, прыгали по ним, резвились. Все время делали воздушных змеев, запускали их, а также очень любили детьми наблюдать за комбайнами. Теперь, как мы видим, торчат крыши многоэтажек, виднеются вдали. Все стройки, краны. Вот эти два места, в которых мы сейчас побывали, это два самых таких, как сказать, родных уголка для меня с детства, которые в данный момент очень сильно изменились. И, конечно, хочется сказать, что это приятно и необычно видеть, как меняется город в лучшую сторону. Я рад, что у меня появилась такая возможность заснять эти места, какие они есть сейчас, и то, что в будущем у меня будет возможность своим детям показать, какие эти места были, чтобы сравнить с тем, какие они будут тогда. Вот это мой строитель.